Я слышала, что во многих американских универах идет посвящение фрешманов. И у меня даже друзья скидывали фотографии, как они делились на какие-то клубы, и там и шло посвящение, типа, ты ко мне, ты сюда, и все они там кричат, обнимаются, с плакатами, с красками. У нас такого нет. Мы настолько особенные. В некоторых университетах Америки есть Greek Life, то есть у вас есть какая-то группа или клуб, с которым вы будете ходить, исследовать. И таким образом вы будете развиваться, дружить клубы с другими клубами, какие-то связи так искать. Кат не известен тем, что у него есть Greek Life. Здесь студенты сами по себе, и у них нет такого, что они должны объединиться в какую-то одну группу и как-то пытаться знакомиться с другими людьми, с группами, делать какие-то огромные штуки с друг другом, как-то коллаборировать с друг другом. И большинство private именно. На университет известна такой штукой, что студенты будут сами по себе, и у них не будет Greek Life. Но не все, опять же, зависит от универа.